Сегодня у нас в рубрике «Гость Цельнозора», хотя неизвестно, кто чей гость, да, Вилли? А вот, у нас замечательный человек, с которым у нас много точек пересечения, но мы сегодня затронем лишь одну, в той части, которая касается нас обоих. Постараемся избегать вот этого модного заболевания, хотя вот это самая главная вещь, на которой мы пересекаемся, и все соратники, я думаю, зрители обоих каналов пересекаются. Но мы сегодня поговорим в той части, которая касается и реальной истории, и здорового образа жизни, и питания, то, что я говорю и на сайте немножко начал упоминать, и в контексте реальной истории, что раньше, до вторжения, люди не ели куски трупов. Позвольте представить, кто еще не знает, канал «Будильник», «Вильгельм». Здравствуй! Всем доброго времени Вилли. суток! Я рад всех приветствовать, и общих подписчиков, и тех, кто меня не знает. Ну, соответственно, давай дружить каналами «Цельнозор» и «Будильник». Мы оба будем, только по-разному. Давай попробуем разбудить еще тех, кто кушает куски плоти. Некоторые даже целуют куски трупов. Ну ладно, мы об этом в другом формате поговорим. Но давай поговорим, проведем разговор для тех, кто, собственно, кушает куски трупов. Расскажи, пожалуйста, твою точку зрения на этот вопрос и как ты пришел к этому пониманию. Ну, жил я в обычной сельскохозяйственной такой крестьянской семье, и с детства я вот практически, наверное, и не ел вот это промышленное мясо магазинов. И у меня было такое толерантное отношение, без мяса не мужик, это я прям своим женщинам рассказывал. И жил так я, не то жил, но где-то лет за 24, наверное, сейчас мне 38 год. И однажды мне начали попадаться люди, кто там переходил на сыроедение. Мне два человека, это один мануальный терапевт, такой хороший мужик, костоправ, Виктор Александрович Неф. Ну, его мало кто знает, он не блогер. И он мне рассказывал про сыроедение еще в 2008 году. И еще один был такой человек, чемпион Дальнего Востока, Гринблат Андрей, шахматист, кандидат наук там, физико-математических. Вот он тоже на сыроедение переходил там, оздоровился еще тогда, вот давно. И еще до вот этого всего интернетовского сыроедения, и они мне свой опыт рассказывали, но самое главное, они мне даже не про сыроедение рассказывали, а начали с того, что тут даже я не с мяса начинал, а вот я про питание вообще свое говорю. Мне говорили, вот ты часто простываешь, потому что ешь вареную картошку, хлеб этот промышленный и макароны. А это вообще, вот это все, что я ел, наверное. Я фрукты, овощи практически там только летом, может, 2 месяца, и яблоки там. И все, там, ну и ягоды я кушал. Летом там вот эти 2 месяца, наверное, благодаря этому еще как-то выживал. И у меня постоянно ОРЗ вот эти в тяжелой форме были. То есть там черный вот это вот весь, вот это вот слизь отхаркиваешь, вот эту воду нерастворимую. И рано или поздно я просто себе сказал, хватит вот так лечиться. И вот это все постепенно, вот такая мне информация вот с разных источников приходила. И я вот, и потом уже в октябре 2012, кажется, да, я решил попробовать. То есть я так эту тему изучал, так смотрел, присматривался. Это вообще страшно. То есть вот первый опыт отказ от мяса, а ел я мясо регулярно. То есть я ел его, скажем, в чебуреках. Ну, я брал там самые дорогие. Знал производителя, тут город маленький. То есть мне не страшно было, что они там какую-нибудь собачатинку засунут. Ну, то есть ел как бы нормальное вот это мясо более-менее. Они именно действительно деревенское мясо брали, привозили. И оно от этого стоило там, ну, с ценником X2 от остальных. Ну, тем не менее, вот я такой, у меня там был период религиозный, ну, я сейчас как бы атеистическое у меня такое мировоззрение, а был у меня период религиозный, и я решил попоститься. И я понял, какой это ад вообще, без мяса это вообще жесть. Ну, у меня там это 2 месяца, в первый раз это как, ну, ломка наркомана, и я к тому моменту уже был, это был 2012 год, и это я 10 лет уже был трезвенником. То есть я с 2002 года не употребляю алкоголь. Аналогично где-то.
Ну да, и более тяжелого, чем алкоголь, я в принципе никогда не употреблял. Табачный яд никогда не употреблял там я. И вот, ну, это вот эта вот тяга, вот я эти 2 месяца, я их очень хорошо запомнил. Они вот как будто, вот я сейчас рассказываю, как будто это вчера было. Я просто хорошо понимаю людей, страх вот этот отказаться от мясных изделий. Ну да. Именно вот, именно это, ну, но я понял потом, что это никакая не физика. То есть это не на Все физическом тут, да. уровне. Это на 100% с мозгами связано, потому что я Немножко год назад... метаболизм, немножко, но в основном Да, тут. вот это был где-то мне 24 года, кажется, вот первый раз я отказывался именно на время. То есть это до сыроедения было. И потом через год я отказался повторно, но тогда я уже снижал потребление, уже так смотрел, так косо на тарелку. Матери говорил это, ну, суп буду есть, но вынимай мясо там. Ну, вот это вот постепенно ко мне как-то шло. И уже второй раз не было ломки. То есть вот я раз отказался, и ничего. И То есть потом лучше еще постепенно, да? резко я вообще не рекомендую, ну, по одной простой причине. Во-первых, от мяса нужно в последнюю очередь избавляться. Оно завязано на многих там, и на мозгах на ваших в том числе. То есть, если вы там еще вчера ходили в Макдональдс, ели чипсы, и сегодня вы от всего откажетесь, и я вам просто гарантию даю, вы обратно Резко, слетите. да. Только вы слетите еще с откатом по Еще хуже, маятнику еще да. больше. Все верно. А у меня это вот как-то вроде бы мягко шло. И вот наступил день X, октябрь 2012 года. И причем началось вообще все ни с мяса, ни с вегетарианцем. Я никогда вообще не был вегетарианцем. То есть я сразу на сыроедение перешел. То есть у меня вот тот период подготовительный был с 8 по 12, и я вкачивал в себя информацию. То есть я ей пропитывался. Сначала я информационно готовился А это к всегда так, этому делу. сначала на информационном Причем уровне, я а потом в готовился плане. сам, да, причем готовился сам, не знал к чему. Потому что у меня не было прям вот... я расскажу, с чего началось. Вот именно в октябре 12 я поголодал в первый раз в жизни. То есть я прочитал книгу «Хорошую голодание ради здоровья», такая книга Николаева, ну, советский такой профессор, хорошая, классная книга, классическая. Читайте там она, это как брошюрка, если кто нормально быстро читает, он ее за день, за два там прочитает. И я вот в субботу начал голодать, вышел в понедельник на соках, и где-то в среду, ну, я начал уже более-менее только кушать. У меня в этот момент было первенство области по шахматам. Я потому что помню, это так, октябрь, начало октября. Я, в принципе, без еды играл нормально, как обычно. Ну, не хуже, не лучше. Я там сыграл средне, ну, потому что у меня форма плохая была. Потом, ну, точка X была прям вот в один день. У меня просто сознание поменялось. То есть вот в понедельник, когда был второй день голодания, я выхожу на балкон вот на этот. Я вдохнул, я промышленную гарь начал ощущать. То есть вот я ее тупо То вот на есть обычном... изменилось восприятие, обоняние как-то вот другое стало, Обоняние сознание, да? обострилось, да. Да, просто обоняние обострилось, прочистилось, видно, пазухи за эти 2 суток. И обоняние... Мне плохо стало, я думаю, блин, а может еще выброс какой-то параллельно был. Я открываю местную прессу, ну ничего там вопиющего не пишут. Ну я думаю, ну это что-то вообще невероятное. А люди в И этом другой момент, живут, да. представляешь? Да, и другой момент, прям параллельно с этим, через 5 минут, ну, мы тут анализируем, я про все должен рассказывать. Ну да. Я иду в туалет, и, ну, и стул черного просто цвета, как смола. Ну, то есть это вот в чистом Ну, виде все реально фикашки во очистительное. всех смыслах выходят, да. Да, то есть именно вот Чисто. оно вот так произошло, потому что вы когда лишаетесь пищи, организм, ему не нужно энергию тратить на усвоение, он начинает сразу выплевывать то, что Ненужное, да. не нужно. А у меня ненужного было там 95% кишечника. То есть я там все делал, и клизму перед голоданием, чтобы мне плохо не стало. То есть я там хотя бы верхние части там очищал кишечника. Ну, эти вещи надо ограниченно использовать при голодании. Это нормально. То есть там, я, скажем, эти методы использую, если что, вот в крайних случаях. Я там не Марва Оганян по 100 раз там Я не на день. делал, но Да, но я при отравлениях допускаю. использую и вот при голоданиях. Ну, то есть вот только так.
там, может, несколько раз в жизни я делал. И все. И я не планировал ни сыроедом в этот момент стать. У меня еще как бы мозг не был готов. А тело, ну, как бы готовилось потихонечку. Ну, когда я вот там и эти посты были. И все. И то есть, и я вот все, пошел путь сыроедения, который до сегодняшнего дня продолжается. Я, может быть, первую неделю еще какой-то сыр в греческом салате ел, ты вообще не осознавая, что это не сырая еда. То есть я просто не понимал, во-первых, что есть. Я то, что вот у меня этот балкон и вот этот вот поход в дальнюю точку. То есть вот на меня это очень сильное впечатление произвело, и я вот начал свой путь. Там было очень много всего. Ну все, с тех пор я ни мяса там, ни вареной пищи я не ел. Вот там последние эти сырки были именно в октябре того же 12-го. И у меня такой, я человек-исследователь, у меня вот эксперимент, он до сих пор продолжается, там сейчас это вообще одни фрукты. До мая. Я себе сказал, в мае я вот руккола подрастет местная, и мне прям безумно хочется этой травки. Ну, крутая штучка. Вот я впервые за 3 года поем корнеплоды. Ну, вся зелень это корнеплоды. А так сейчас у меня вообще в чистом виде это фруктоедение. Я только вот недельку назад первый раз отжал, например, гранат и виноград. Ну, просто сок проверил, как реагирует организм после 3 лет без сока. Ну, то есть у меня вечные эксперименты, микроскоп, некоторые ролики я показываю. Ну, изучение Все. себя, изучение мира, это Да, это классно. интересно. Микромир, вы просто... А почему так происходит, как бы, что мгновенно все меняется? Потому что вы просто вот, ну, сходите у тех людей, у кого есть микроскоп обычный, термопольный, и просто нажритесь всего, чего вы там едите, и сравните до и после, и вы поймете, что это два разных человека. То есть, когда вы Да. что-то съели мясное, вы другой человек, вы уже не Да. тот, который И без мяса. энергетика другая, потому что вот тема про Да, инохрону не будем говорить, но это вот то же самое. да. Насилие убили, и вот часть ответственности за убийство, оно с информацией входит. Я вот это полностью подтверждаю. Это энергетически даже разные люди. Я Вот, согласен. я так скажу, никогда не был этическим веганом, то есть я отказывался только из своих шкурных интересов, потому что у меня здоровье было полуразрушено. Я же не просто так же голодал, у меня очень большие проблемы с кишечником, ЖКТ были там, ну, которые, собственно, начали снижаться на вот это питание, они как, ну, я себя нормально ощущаю. Тогда я был больнее, чем 9 лет, спустя 9 лет. И вот это вот, я считаю, что плод моих опытов, это плод моего мировоззрения и моей такой решимости, потому что многие сыроеды там, кто вещал там и блогерами были, они уже давно не идут по этому пути. А я вот как встал, так и пошел, потому что Последовательность. это интересно. И я не считаю, что этот путь вообще ошибочный. Это эксперимент крутой, для человечества очень большая польза. Ну, потому что многие об этом моем опыте узнали. И если они не будут сыроедами, они, возможно, хотя бы на первый шажочек встанут. Им потом легче будет, ну, когда они дойдут до какой-то точки критической. Им потом легче будет, если они сейчас вот эти первые шаги сделают. Ну а как вот общее мнение, что вот без белка, без этого протеина животного совсем вот никак? Ну, это Насколько я знаю, вообще ты как сегодня в бы... качалку ходишь. Сколько там, какой вес? Ну, я... Ну, сегодня, ну, мало. У меня была травма соматическая, там, плечевая и шейная, ну, в декабре. И я восстанавливаюсь. Ну, 80 на 3 я присел, как при...